Пойми, пацан, мы стуканем, его посадят. А знаешь, что такое 100 умножить на 16 килограмм? 100 пудов. Не знаешь, поэтому ты америкос. И пришли другого, честного, некоррумпированного пока еще, из деревни. Ну вот. Только лавочку. Лавочку все прикроют. Потому что выполнить законное требование, все эти НДСы, таможенные пошлины, это сам Господь Бог не сможет. Понимаешь? А еще знаешь что? Есть два демона. Пожарники и санэпидемстанция. И это сделать просто невозможно, и обойти их никак нельзя. А Иван Иванович, он сочувствует, он понимает. И за это мы ему все благодарны. Да прокладку он, понимаешь. Я на газетку подпишусь, чтобы он план выполнил. А он меня прикроет, а другой не прикроет. Понимаешь? А по закону в этой стране работать нельзя. По закону работать нельзя. И не работать нельзя. Будешь тунеядцем. Выбирай что-то среднее. Тут реши подход. А на черной скамье, на скамье подсудимых, его доченька чего-то. И какой-то жихан. А это было во вторник. Ай-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ай-ля-ля-ля-ля-ля.